спасибо. Они занимали не квартиру, они занимали маленькую квартиру, понимаете? Да, а квартиры здесь, потому что... Квартиры здесь, потому что... Ой, здесь было очень интересная история. В течение, наверное, 2 месяцев я выяснил, что председатель ТСЖ, как зовут, я ему звонил, рассказывал про проект, про вот то, что появилась такая заявка, и получал регулярные отказы. И, ну, такие достаточно вежливые, и они сводились в основном к одному. Перезвоните через неделю, Ну, пока мы, наконец, накануне первой разведки не пришли на эфир «Эхо Москвы». И в прямом эфире я озвучил ситуацию, что меня уже в течение 5 раз кормят, то есть перезвоните через неделю. А мы знали, что в этом доме живет Тюльпанов, да? И в этот же день, вечером, я со студентами работаю в аудитории, мне звонок с «Эхо Москвы», что с ними связывался напрямую Тюльпанов, и говорит, что все урегулировано, можно вешать. Тут же, да, я звоню Алексею. Тут же, да, председатель ТСЖ оказался на месте. И он говорит, да, все прекрасно, приходите, пожалуйста. Вашего сына как зовут? Федор. Федор? Федор где? Сколько ему? 9 лет. Солидный мужчина. Как было взять с собой? Он что наговорит. Хорошо, это когда у ребенка каникулы должны быть? Уважаемые гости, заявитель, да, Владимир Павлович Беленький, проживающий в Москве, инвалид. И его, к сожалению, сейчас здесь нет. Но он просил меня зачитать свое обращение. Да, вот оно. Арсений, встаньте рядом со мной, да, приехали из семьи. Уважаемые жители дома, я хочу поблагодарить вас за ваше согласие и помощь в увековечении памяти моих родителей. Я вышел из дома в другую жизнь ранним утром 37-го года в 6-летнем возрасте. И очень хорошо помню то утро. Мама разбудила меня, чтобы отвезти к своим родным. В комнате за столом сидела тетя, которая перебирала наши фотокарточки. Мы с мамой вышли на улицу в сопровождении дяди в военной форме и пошли на улицу Ленина, где жили наши родные. Затем было многое, о чем бы я могу рассказать. К сожалению, состояние моего здоровья не позволяет приехать и быть с вами в этот скорбный памятный день. Всегда буду помнить о вашем участии с благодарностью и чувством уважения к вашему решению поместить эти памятные таблички. Спасибо. 26 лет было Лидии Богдановой, 29 лет Павлу Беленькому. Она была русская, он был еврей. Это важно, потому что они пошли как польские шпионы. Но у нее была четверть какой-то польской. У Лидии Богдановой была родственница, которая жила в Польше, которая присылала им посылки, но в том числе с одеждой. За эту связь с родственницей из Польши. И они были репрессированы. Вместе с ними были репрессированы еще 5 человек, которые были расстреляны тоже. В основном это сотрудники фабрики «Красный Октябрь». Здесь, в этом случае, приговор, то есть решение суда, было вынесено после того, как был расстрелян Павел Давидович Беленький.
Он был расстрелян 5 сентября, а решение суда о его расстреле датируется 7 числом. 15 сентября была расстреляна его супруга Лидия Богданова. Реабилитированы были в 59 году. Сначала расстреляли, а потом... Да, одного из них. В 58 году.